Любите азиатскую кухню? Тогда сделайте одно из популярных мясных блюд из курицы с добавлением грибов. Расскажу о том, как приготовить курицу с грибами в соевом соусе. Вкусное и сытное блюдо. Такое блюдо можно подавать с гарниром из риса, самый популярный азиатский гарнир, а также в качестве самостоятельного блюда. Берите любые части курицы, лучше бедро или окорока, они на такие сухие, как филе. Перед подачей на стол украсьте все зеленым луком. 1. Нарежьте куриные бедра без костей и кожицы на небольшие кусочки. Выложите мясо в миску, добавьте рисовое вино, 1 чайную ложку соли, нарезанный крупно зеленый лук, очищенный и нарезанный полукругом имбирь, перемешайте. Оставьте все на полчаса для маринования при комнатной температуре, помешивая периодически. 2. Очистите чеснок, разрежьте чили пополам и удалите семена. Разогрейте вок с растительным маслом, добавьте чеснок, звездочки аниса, чили, палочки корицы, зеленый лук с курицы, цедру мандарина, обжаривайте 1 минуту. 3. Удалите курицу из маринада, выложите ее в вок, добавьте имбирь и готовьте 10 минут. 4. Влейте 2 вида соевого соуса, 1,5 стакана воды, после закипания варите все полчаса. 4. Влейте 2 вида соевого соуса, 1,5 стакана воды, после закипания варите все полчаса. 6. По вкусу добавьте соль, если нужно, и выключите огонь. Настаивайте все 15 минут и подавайте к столу, украсив измельченным зеленым луком.